Здравствуйте, в эфире авторская публицистическая программа «Губерния. Итоги. Обсуждение заметных событий недели и острых региональных тем». В этом выпуске мы вам расскажем, как чиновники и строители провалили программу переселения, кто хочет прикарманить миллион на госзакупках и зачем завод в Михалево закупает ядовитую смолу. А также пытаемся ответить на вопрос, какие ивановские вузы будут ликвидированы. Мы вновь обращаемся к теме строительства многоквартирных домов для людей, которых переселяют из аварийного жилья. Специалисты фонда ЖКХ накопали к нашим строителям множество претензий. Иногда это обычные придирки проверяющих, но некоторые из выявленных дефектов вызывают вполне справедливое возмущение. Трещины на стенах и отсутствие электроплит в Иванове, температура в квартирах не выше 15 градусов в Приволжске. Самое удивительное, в Новоталицах, например, не устраняют нарушения, которые выявлены еще в прошлом году. Более 1500 человек ждут своего переселения и никак не дождутся. В одной из прошлых программ я называл фамилии чиновников, из-за которых мы оказались на 70-м месте в России по темпам переселения. Сразу после репортажа Дарьи Костиной я назову фамилии директоров компаний, которые не справились с контрактами. Область должна знать своих героев. Этот неловкий момент, когда тайное становится явным. Департамент жилищно-коммунального хозяйства отправил в фонд реформирования ЖКХ отчет. Согласно ему, дома для переселенцев в том же Приволжске и в Плесе уже сданы в эксплуатацию. Фонд «Не будь дураком, приедь да проверь». Оказалось, здесь нет не только новоселов, но и коммуникаций, газа и завершена отделка. За это полетела голова с плеч замначальника департамента ЖКХ Артура Наговицына. Не смог разобраться в формулировках и организовать взаимодействие муниципалов, регионалов и федералов. Ошибок в отчетности мы считаем, что не произошло. Мы по отчетности считали, что если дом сдан в эксплуатацию, департамент ЖКХ, когда направлял данные, он сделал приписку о том, что, то есть дал пояснение дополнительное о том, что дом сдан, но коммуникации не подключены. Почти как дом 2. Энный день стройки. Конца и края не видно. Этот дом должен был быть готов к заселению еще год назад. Но с самого начала все пошло не так. Долго выбирали земельный участок. Вы можете наблюдать здесь два дома, которые визуально как бы представлен как один. Вот. Это связано с тем, что на территории города Плёса трудно было найти земельный участок, который бы соответствовал всем требованиям возведения нового жилья. Нашли участок, после чего долго искали деньги на разницу между расселяемыми и предоставляемыми площадями. Метраж новых квартир по нормативу больше. По сути, строить начали тогда, когда дом уже нужно было сдавать. По контракту как бы позже нам сказали, контракт мы получили, и какая-то вина тоже наша есть. Опять же, наша вина в каком смысле? То, что погодные условия. Мы начали в зиму, то холода, то это. Вот за это мы как бы задержались. Сроки горели, рабочие торопились. Отсюда и те самые нарушения, которые указали в фонде. Пузыри на обоях, некачественно уложенный линолеум и отсутствие коммуникаций. Комиссия под председательством главы района, а ныне замгубернатора Сергея Зобнина, акт приемки дома подписала. Впрочем, эти недочеты и региональные кураторы критичными не считают. Когда человек делает для себя, то он делает все качественно. Здесь понятно, что работают рабочие, спешат, торопятся. Это обычный рабочий процесс. Все недостатки подрядчики обещают устранить через 2 недели. К концу года закончить волокиту с коммуникациями. Пусть не 15-й, но хотя бы 16-й Новый год переселенцы встретят в полностью готовых квартирах. Но до тех пор не переломают руки-ноги в своих аварийных лачугах. Хотя, например, новоселье жителям Новоталец счастья не прибавило. Скорее, хлопот. Милые снаружи, жуткие внутри. Вот в этот дом на Новоталицах переселенцы из аварийного жилья заехали почти 2 года назад. Нашли сразу кучу нарушений, но ни одно до сих пор не устранено. Наталья Петровна проводит экскурсию по своим хоромам. Просторно и тепло. На этом плюсы, пожалуй, заканчиваются. Пол в буквальном смысле проваливается. Я, говорю, поставила кастрюлю. Говорю, хорошо, я подошла, она еще не горячая была. Я к ней подошла, она на меня упала. Упало то, что у меня все трясется. Газ, вот посмотрите, он весь ходуном ходит. Мы устанавливаем, устанавливаем. Ну невозможно, он весь ходит ходуном. И что мне делать? Я не знаю же. У меня письмо, все отремонтировать. Ну не ремонтируют мне, не идут. Щели, вот заделал дед щели. Ладно, страшно смотреть потому что было. На эти щели проверяли вентиляции, работают, не работают. Не работает ни одна. И они опять уже ничего не действуют.
Мало того, что заселились с опозданием на 2 года, так говорит, жить тут опаснее, чем в аварийном доме в Михалеве. Вот тут встанешь, тут вот трясется вот пол, и щель плинтуса, пол туда уходит, а плинтус наверху. Эта новостройка, как и Калиновская, стала объектом внимания фонда реформирования ЖКХ. Нарушения, указывают эксперты, до сих пор не исправлены. Да и будут ли? Судебные тяжбы с нерадивым подрядчиком местная администрация ведет. В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело. А вот сама фирма с дурной репутацией «Варяг» без 5 минут банкрот. 30 ноября, как нам пояснили в администрации Ивановского района, должен состояться суд, где вопрос и решится. Если «Варяг» будет признан банкротом, то требовать от него устранение нарушений бессмысленно. Выход пока не придуман. То ли расходы возьмет на себя поселковая власть, то ли, как проговорились чиновники, новый дом и вовсе будет расселен. Ревизоры из Общероссийского народного фронта даже ввели термин «новый аварийный дом». Такие есть в Комсомольском, Лежневском, Ивановском районах. Непригодными для жилья официально они не признаны, но из-за многочисленных нарушений, подчеркнули проверяющие, их срок службы уменьшится. Многие ответственные лица за этот этап программы по переселению сейчас либо отправлены в отставку, либо уволены по собственному желанию, либо устроены в другие властные структуры. Виноваты есть и, как было озвучено Владимиром Николаевичем, в департаменте ЖКХ виновные обозначены, и они меру ответственности свою понесли, но это не значит, что там какие-то более жесткие меры должны быть применены. В силу деятельности правоохранительных органов должны быть, как общественность заявляет, там, вплоть до посадок вопрос должен решаться. Это меры правоохранительных органов, и мы им не можем диктовать, кого, извините, надо сажать, а кого нет. В черном списке фонда ЖКХ Иваново, Приволжск, Плёс и Ивановский район. За пробуксовку федералы накладывают санкции. А это значит, что область вновь может грозить приостановление финансирования программы по переселению. Дарья Костина, Сергей Тютин, «Губерния. Итоги». Итак, кто же виноват в задержках? Директор пресловутого ЗАО «Варяг» Сергей Николаевич Тихомиров, он же директор «Стройинвест-М». Из-за этих фирм нарушаются сроки в наволоках и новоталицах. Кахамчан подводит Алексей Николаевич Грязнов из «Стройтепломонтажа», Игорь Евгеньевич Беркутов из «Ивдомстрой». «Хоумтекс» и его директор Денис Борисович Гловацкий нарушают сроки путежей в родниках, а руководитель «Ивстройпроекта» Сергей Петрович Шиповский не может справиться с домом в Савине. Если у перечисленных строителей есть что сказать, например, их заставляли платить откаты или чиновники не вовремя сдавали документацию, мы готовы выслушать ваше мнение. Но пока все эти господа в черном списке. С темой ремонтов домов мы еще не прощаемся. Чуть позже в программе я расскажу о грандиозном бардаке в Приволжске, где мэрия попалась на очередном скандале на госзакупках. Похоже, там хотели прикарманить миллионы рублей из бюджета, но это чуть позже. Следующий репортаж программы на тему экологии. Мы уже не раз рассказывали о выбросах сажи и едкого запаха в поселке Михалево. Проверяющие органы выезжают, что-то фиксируют и даже накладывают штрафы. Но так ничего и не меняется. И, кстати, так происходит не только в Михалево, но и рядом с некоторыми другими вредными производствами в нашей области. После скандала в Ростехнадзоре, где за миллионные взятки можно было оформить на вредное производство любые разрешения, я уже ничему не удивляюсь. Но гендиректор ОАО «Ивановский техуглерод» и «Резина Пастухов», именно эту компанию обвиняют в загрязнении воздуха в Михалево, ответил нам, что за жалобами стоят некие конкуренты. Именно они за вознаграждение инициируют жалобы жителей, ведут подрывную деятельность с помощью бывших недобросовестных сотрудников. Не знаю, как насчет подрывной деятельности, но появились доказательства того, что завод стал закупать крайне опасную ядовитую фенольную смолу. Подробности у Татьяны Прокопенко. Сентябрь 2011-го. Поселок Михалево Ивановского района. Селяне жалуются, что трудно дышать. Кивают на местный сажевый завод. Якобы там сжигают что-то непонятное. Сейчас в последнее время запах ужасный. Даже не поймешь чем. Белый дым какой-то. Раньше такого дыма и не было. И даже понять, что это такое, я даже затрудняюсь. Что за сырье? Август 2014-го. Тот же поселок. Те же жалобы на химический запах и сажу в воздухе. Вот утром я вымыла эти подоконники. Они черные. Вечером опять мою. Утром просыпаюсь, вот даже вот реветь хочется. День сегодняшний, ничего не меняется. Обитатели поселка, когда-то построенного именно для работников завода по производству техуглерода, продолжают жаловаться и сомневаться в качестве очистных сооружений на предприятии. У них там, знаете, от чего зависит. Там какие-то, я там не работала, не знаю, но какие-то фильтры. Надо фильтры менять.
По жалобам жителей на ОАО «Ивановский техуглерод и резина» проводили проверки службы природного надзора, технического, Роспотребнадзор, природоохранная прокуратура в разные годы. Результаты тоже были разными. В числе выявленных ранее нарушений было и несоблюдение правил охраны атмосферного воздуха. Выдавались предписания, выписывались штрафы. В прошлом сентябре к административной ответственности предприятие привлекал Росприроднадзор за опасный выброс сажи. Сейчас в самом разгаре проверка прокурорская. В октябре природоохранным силовикам поступило заявление о том, что сажевый завод стал использовать при производстве техуглерода опасное сырье – фенольную смолу. Использование фенольной смолы в случае отсутствия ее в технических регламентах, оно, соответственно, может привести к непредсказуемым последствиям, поскольку данное вещество не учитывается в соответствующей проектной документации, в том числе в проекте предельно допустимых выбросов вредных загрязняющих веществ. Последствия использования фенольной смолы вне регламентов и соответствующих мер по экологической безопасности очень даже предсказуемы, считает бывший главный инженер предприятия Евгений Назарычев. Когда-то он сам отстаивал честь и достоинство завода, уверяя жителей Михалева и журналистов, что все, выходящее из труб, очищено и не опасно. Текущую работу Ивановского техуглерода и резины комментировать уже не берется. Уволился несколько лет назад. Говорит, что ранее никогда не экономили на сырье. Если фенольную смолу использовать в качестве сырья и впрыскивать в реактор, будем так говорить, и получать техуглерод, одно из составляющих веществ, летучих веществ, которые уходят в трубу, да, то есть вот так является фенол и бензопирен. Фенол – это вообще вещество второй группы опасности, а бензопирен – это чрезвычайно опасное вещество. Должно быть оборудование для улавливания вот этих фенолов и, соответственно, бензопирена. Но это оборудование дорогостоящее. Фенольная смола – остаточный продукт нефтехимической промышленности. Ивановский техуглерод закупал ее у «Казаньоргсинтез». Руководство сажевого завода признает этот факт, но отрицает, что смола используется в производстве. Она закупается предприятием с целью последующей перепродажи, говорится в ответе на запрос нашей телекомпании. Делать выводы относительно использования этой фенольной смолы пока еще рано. В случае, если предприятием используется сырье, которое не предусмотрено в их технологических регламентах и, соответственно, осуществляется выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, то за это предусматривается административная ответственность как за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха, так в данном случае возможно и нарушение законодательства о промышленной безопасности. К проверке природоохранная прокуратура готова при необходимости привлечь и другие надзорные органы. Между тем, на самом сажевом заводе очередную волну жалоб объясняют недобросовестной конкуренцией. Говорят об уникальности химпроизводства. Цитата. «Мы одно из двух предприятий, производящих малоактивный техуглерод на всем постсоветском пространстве. Именно наш прямой конкурент является инициатором всех проверок и жалоб». По результатам одной из последних проверок в июне, проведенных Роспотребнадзором, в воздухе на территории Михалева обнаружили превышение диоксида серы. В отношении предприятия проводилось административное расследование. И по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы было установлено, что при проведении замеров в данный день предприятие ОАО «Техуглерод и резина» не было источником загрязнения атмосферного воздуха. Селяне из Михалева говорят, что сажевые выбросы и приезды специалистов с оборудованием редко совпадают по дням. Очищать подоконники от черноты приходится по выходным. Исследования проводятся в будни. Людмила Рогачева сама работала на заводе, сейчас на пенсии. Признает, и раньше случалось покрывать округу сажевым мраком, но теперь такое происходит чаще. Я слышала, что там фильтры менять надо. Вот, а менять не хотят. Якобы выгоднее платить штрафы, чем фильтры менять. Они очень дорогие. Вот. Раньше, когда Юрий Васильевич был, не было такого. У нас, не дай бог, на поселок пойдет сажа, так нас лишали всю смену. Вплоть до мастеров. Не дай бог. А сейчас летом вообще невозможно открыть окно. Невозможно. Как только ветер сюда, так сплошная сажа в окна. Версия о выгодных штрафах недоказуема, но вполне логична. Максимальный штраф за нарушение правил охраны окружающего воздуха – 250 тысяч рублей. В крайнем случае – приостановка работы до 3 месяцев. Эта же статья административного кодекса будет применена и в случае использования на производстве нестандартного сырья, той же фенольной смолы. Татьяна Прокопенко, Антон Осипов, Денис Железов. Губерния итоги.
Я не исключаю, что конкуренты воюют. Тем более сам завод давно находится в руках жителей Башкортостана. Им, в общем, наша экология похожа до лампочки. Замечу, что рядом с заводом меньше чем через километр производят мясные продукты, которые потом развозят в магазины по всему Иваново. Пока мы никого не обвиняем, но очень бы хотелось, чтобы проверяющие инстанции наконец дали честный ответ, куда девается фенольная смола, поставляемая цистернами на Михайловский завод. Мне бы очень не хотелось, чтобы она попала через выбросы на то самое мясо или выпадала в виде осадков на головы ивановцев. Мы уйдем на короткую рекламу и сразу после нее. Битва ивановских вузов. Кто к кому присоединится и почему они не смогут выжить в одиночку. И обещанный скандал на госзакупках, где чиновники хотели, похоже, прикарманить миллион. В высшем образовании продолжается реформа. Региональные вузы должны объединяться, поскольку ни один из них в отдельности не соответствует требованиям Министерства образования. Если ивановские ученые советы вместе с ректорами не договорятся между собой, наши вузы не смогут получить достойного федерального финансирования. Их ждет постепенное умирание. Студенты будут вынуждены уезжать учиться в другие области. Что предпринимает власть? Каковы эти самые требования для вузов? Хватит ли мудрости нашим ректорам не разругаться между собой? На все эти вопросы искала ответы Валентина Перекрестова. Успей купить диплом специалиста со скидкой всего за 26 тысяч рублей. Можно выбрать любой вуз. Радует, что хотя бы медакадемия в списке отсутствует. Есть удобная опция – диплом кандидата или доктора наук. В регион привезут курьером или поездом. По Москве вообще бесплатная доставка в течение суток. Кризис системы высшего образования налицо. Я считаю, что это все при смерти уже, к сожалению. То есть уже ничего сделать нельзя. То есть у меня очень нехорошие ощущения от того, что происходит. Я возвращаюсь третий раз с Запада, и каждый раз я вижу, что все хуже, хуже и хуже. Юрий Бушуев – доктор химических наук, ученый с солидным опытом работы за рубежом. 2 года в университете Мичигана, 2 в Испании, в одном из институтов Валенсии. Он только что вернулся из Англии. В университете Орика отработал 3 с лишним года. Вуз довольно молодой, но популярный. Начали со 450 студентов. И сейчас они обучают 23 тысячи студентов, и из них треть иностранцы. То есть люди приезжают со всего мира, платят очень большие деньги за образование. Очень много казахов, например, и русская речь слышна в кампусе, везде. Взгляд со стороны позволяет ему рассмотреть то, что сложно заметить изнутри. Например, что образовательная услуга, как и все остальные в условиях рынка, должна быть конкурентоспособной. Для этого в университет Уорика постоянно приглашают ведущих научных сотрудников со всего мира. Свежая кровь. Это не только делает сам вуз более привлекательным и дает мощные предпосылки для развития науки. Это рождает жесткую конкуренцию. Среди преподавателей за право учить, а среди студентов за право учиться. Они мечтают получить образование в таком университете. Ведь это не только знания, это будущее, потому что более 90% выпускников работают по специальности. У нас большинство студентов вообще не заинтересовано в знаниях. В основном нужны корки. Многие диссертации, которые здесь защищаются, ну, просто назвать это настоящим словом диссертация, что это ученый, что это кандидаты доктора наук, это с большой натяжкой можно. Я уже не говорю о том, что там работает диссернет, масса фальсифицированных диссертаций по общественным наукам. По естественно-научным дисциплинам, конечно, фальсифицировать сложнее, но зато на это место идет имитация. То есть люди имитируют научную деятельность. Мало того, что конкурса при поступлении почти нет, дает о себе знать демографический провал 90-х. Конкуренции нет и среди преподавателей. Кто-то работает от звонка до звонка, кому-то надо досидеть до пенсии. Наука в таких условиях, если и жива, то чудом. Потому что любая технология быстро развивается, любая все это совершенствуется. Я думаю, что мы просто не будем поспевать за тем, что происходит в мире, просто даже отслеживать. Скоро мы перестанем понимать вообще, что делается, что творится. Что-то неладное в системе высшего образования заметили и в министерстве. На первом и втором этапах реформы уже создано 10 федеральных и 29 научно-исследовательских университетов. Сейчас пришла пора третьего этапа – создания региональных опорных вузов. Вузы, которые будут возникать путем объединения
однопрофильных, как правило, высших учебных заведений по модели федеральных университетов для концентрации интеллектуального потенциала, для создания мощного научно-образовательного комплекса, который служил бы локомотивом в экономическом и социальном развитии соответствующих регионов. Объединение институтов и университетов – дело добровольное. Но чем позднее регионы будут пытаться запрыгнуть в уходящий с министерскими деньгами поезд, тем больше шансов не успеть. Министерство не скрывает, победитель получит более приоритетное финансирование. Они получат и магистратуры в большем объеме, и аспирантуру, то есть поддержку научной деятельности. Сейчас Миноборнауки принимает заявки от вузов на конкурс. Уже через месяц прием будет завершен, и комиссия будет выбирать победителя на право получения федеральной субсидии. Судя по темпам, которыми идут к реформе ивановские вузы, в этот вагон мы уже не успеваем. Мы очень надеемся, что они захотят пойти в ногу со временем, захотят развиваться. Павел Алексеевич Коньков их на это очень активно настраивает. Мы не сторонники действовать сгоряча и наскоком, и не сторонники принимать какие-то административные меры воздействия. Мы считаем, что ученые советы и руководство высших учебных заведений должны принять решение сознательно, продумав его как следует и проработав все варианты возможной интеграции. Трансформация вузов неизбежна, считает доктор экономических наук Сергей Мишуров. Подобные реформы уже прошли в Европе и весьма успешно. Вопрос объединения обсуждался в областной думе за круглым столом еще 5 лет назад, но вузы и ныне там. Если начинается зима, то лучше ей не противостоять, а приготовить валенки. Ну, например, во Франции при принятии решения об укрупнении вузов, объединении, сохранялся суверенитет каждого из вузов, вошедших в объединение. И это снижало степень конфликтности, это во-вторых. А во-первых, позволяло сохранить вот эти вот уникальные точки роста в каждом из вузов. Точки роста для опорного вуза уже известны. Министерство поставило приличную планку. Вот показатели, которых должен достичь региональный университет за 5-летку. Число студентов-очников должно быть не меньше 10 тысяч. Вузу придется научиться зарабатывать не менее 2 миллиардов в год. Объем научно-исследовательских работ на одного научного сотрудника должен быть не меньше 150 тысяч рублей. Еще нужны публикации, цитируемые в авторитетных международных научных базах данных Web of Science и Scopus, не менее 15 и 20 статей соответственно. Какие же ивановские вузы могут подходить под эти параметры? Никакие. А если объединиться, то по числу студентов достаточно в принципе 2 любых. А вот по доходам можно наскрести только втроем. Совсем плохо у наших вузов с наукой. Целевым показателям, которых нужно достичь, уже сейчас соответствует только химтех. Остальные от эталона весьма далеки. Каждый из них хочет быть опорным. Они, мне кажется, не согласны, чтобы один включал другой. Первая позиция была, что неплохо бы присоединить к классическому университету химико-технологический и политехнические университеты. А политехнические университеты имеют свои взгляды на эту проблему. И вот сейчас, мне кажется, тут уже будет уже некая почва для коллизии, для демонстрации административных ресурсов. Ученый совет политеха изъявил желание подать заявку на конкурс опорных вузов. Только надо присоединить к ним еще какой-нибудь технический вуз. То есть или энерго, или хим. Учитывая, что химтех нужен и Егорову, и Алаяну, слишком подозрительно становится ситуация, в которой оказался сам ректор химико-технологического университета Валентин Шарнин. Напомним, ему предъявлено обвинение в присвоении и растрате крупной суммы внебюджетных денег. Возбуждено уголовное дело. Сейчас химико-технологический институт, в общем-то, обезглавлен и деморализован в какой-то степени. Здесь проявлять какую-то активность, я думаю, что ректору достаточно сложно в этой ситуации. А сейчас будет борьба административных ресурсов, мне кажется, на этом уровне. Все решается на уровне бюрократии, на уровне местной власти, на уровне министерства. И у кого больше ресурсов, тот, в общем-то, и победит. Эксперты считают, что по большому счету не так важно, кто с кем объединится. Главное, чтобы потенциал вузов, ведущие научные сотрудники, профессорский состав и уникальные сообщества, которые формировались десятилетиями, все это сохранилось. Тогда реформа пойдет и науке, и преподавателям, и студентам на пользу. В идеале, чего при
плохом стечении обстоятельств может не получиться, эта поддержка дойдет до наиболее продуктивных центров и будет орошать наиболее продуктивные плодоносящие ростки, а не уйдет в почву, не растечется или не будет подпитывать сорняки. Задача общества, задача нашего вузовского сообщества, я думаю, что и мудрости региональных властей хватит на то, чтобы не устраивать бои без правил. Какой именно вуз будет считаться опорным и кто станет главным? Пока ректоры меряются ресурсами в поисках ответа, город Иваново может лишиться молодежи. Студенты попросту уедут учиться в соседние регионы, где уже появятся мощные современные опорные университеты. Валентина Перекрестова, Иван Сахаров, Кирилл Маршов, «Губерния. Итоги». Как и обещал, в конце программы очередная удивительная история про госзакупки. Администрация Приволжского района трижды за последнее время объявляла конкурс на проведение обследования состояния жилых зданий в Приволжске. Чиновники готовы были заплатить за это почти 1 000 000 бюджетных рублей. И дважды отказывали фирмам, которые готовы были сделать это самое обследование, в 3 и в 2 раза дешевле. Закупщики почему-то передавали контракт Центру энергетических исследований, где работать были готовы только по максимальной цене. По моему мнению, это коррупция, наглая и лишь слегка прикрытая. Видимо, поэтому результаты конкурсов однажды были отменены антимонопольной службой по жалобе одного из участников. Но самое интересное в другом. Обследование этих самых 3 жилых зданий уже было проведено год назад. Работы приняты администрацией Приволжского района и оплачены фирме МС, которая, к слову сказать, выполнила работы за 172 тысячи рублей, в 6 раз дешевле. Мы сравнили сметы на исполнение работ, смету по исполненному в прошлом году контракту и смету по одной из скандальных закупок этого года. Как видите, по содержанию сметы практически полностью совпадают. Таким образом, администрация Приволжского района несколько раз собиралась заплатить Центру энергетических исследований за работы, которые уже должны быть давно сделаны и за которые уже год назад выплачены деньги. Администрацию Приволжского района возглавлял в указанные сроки нынешний заместитель губернатора Ивановской области Сергей Зобнин, который теперь отвечает в области за дороги и транспорт. Очень надеюсь, что этими сверхнаглыми закупками заинтересуются правоохранительные органы. Хотя вы знаете, у меня вообще сомнение, что хоть кто-то на это ответит. Я несколько раз рассказывал о том, как проводились конкурсы в Ивановском фонде капремонта с отстранением неугодных конкурентов по высоким ценам. Как сотни миллионов рублей раздавались родственным фирмам. Однако в нашем правительстве решили, что ничего страшного в этом нет. Руководитель фонда Елена Сисягина продолжает работать. А свои слова о наказании замгубернатора Владимир Шарыпов отозвал обратно. И все-таки давайте не будем унывать. По телефону горячей линии нашей телекомпании 58-77-77 вы можете высказать свое мнение о программе и предложить свои темы. Заходите на наш сайт в интернете Иваново Ньюс. Там вы можете посмотреть не только программы и репортажи Барса, но и в режиме реального времени следить за новостями нашей губернии. А следующий выпуск нашей программы 28 ноября через субботу на телеканалах Барс, Барс Плюс и 7.7. До встречи.